моего брата Льва от 15 апреля 1942 года. Здравствуйте, мои милые папа, мама, Клавдия, Зоя, Аня. Шлю привет и наилучшие пожелания. Я получил ваше письмо. Мы хорошо. С 10 числа переходим на летнюю форму. У нас совсем тепло, но у вас, наверное, еще теплее. Пишите о своем здоровье и что делаете. И пусть напишет милая сестра Клавдия. У вас новостей больше, у меня однообразно. Повидаться бы еще раз, а там бы опять можно воевать, пока жив. Таких героев и на фронте не убивают, их боятся. Пишите. Жду. До свидания. Целую всех много раз. Любящий вас, ваш сын и брат Лёва. Мы все очень переживаем за нашего Лёвушку. Но переживания мамы понять никто не в силах.